Образование будущего, я считаю, должно идти в двух направлениях. Первое, человека нужно научить тому, как получать информацию, ту, которая ему нужна. Вот. И здесь очень важно то, как ему обучаться, самому обучаться. То есть, чтобы человек умел сам обучаться, чтобы он мог выделить главное, чтобы он мог расширить это до каких-то понятий и дальше увидеть, где место того, что он изучает, в той дисциплине, которая ему нужна. Первое – обучаться самому. Вот, а вторая позиция заключается в том, как создавать команды, как создавать те сообщества людей, вместе с которыми это можно делать. Не через приказы, не через проявление какой-то силы, а именно вовлекая людей в то, что давайте вместе этим заниматься, потому что это важно, это здорово. Все. Два качества, по которым, я считаю, должны принимать, например, менеджеров на работу. Умеешь ли ты получать информацию и обучаться? И второе, умеешь ли ты работать в команде, создавать команды, расформировать команды и реализовывать проекты через команды?